Пойдем, не такой. Ты полезный на эту самоходку. Полезный. Кто там должен фотографировать? Оля, какие у вас тут сувениры самые ходовые? Самые сувенирные сувениры. Так, 60 рублей. Да дуля. Какой салон? Я тебя постриг. Да с вами взяли бы машинку, сделали бы лучше. Да можно было просто тебя отверткой даже постричь. Крестовой. Саня, а еще много, блядь. Я бы всяко крестовый. Пойди, я еще пару. Как она сказала, что не цель, это профессиональный труд. Она сегодня...
Красная башня была. Нам очень понравилось. Вниз, сними, как по лесенке пойдем сейчас. Там нам вообще куда? Ух, черт. Берет окунь. Окуневое место. Никого бы не пустили без списка, понимаешь? Блин, здесь я сам это видел. Понятно.
Нет. Ну что, пошли на сцену, знаешь как? Это клево. Подожди. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Кроты, определенно кроты, бля, вообще. Норы там. Ты сумку не брал, так что ли? Не брал. Thank you.
Спасибо, ребят, за все. Газ, Бог, еще увидимся. Take it easy. Я вообще с ума зашел. Ты видел, как я рубился нахуй? Ты сумасшедший. Я разуверил ногу, блядь. Ты не зря постригся. Ногу сними, ногу смотри. Меня тоже, видишь? Он родит на меня нахуй, не давал ему. Я сразу же говорил, блядь, не стой со мной рядом. Сразу же. Ты еще меня постриг заодно. Сразу сказал, не стой со мной рядом. Попровалился. Ручки такой взвесил, такой. А, опять-таки играет. Да, это было все отлично. Сука, а болит? Я прям упал, но я... Пожалуйста, несколько слов о прошедшем концерте. Ну, отличный был концерт. Мужики, не считая нескольких падений, в принципе, было нормально. Люха! У нас даже вот травма на производстве, буквально вот... Ручку, дай. Несколько слов о прошедшем концерте. Вот сюда. Я сошел с ума, кстати. Я сошел с ума, я там прыгал вообще. Мне что-то ёбнул. Бегал. Может, я не те песни вообще играл, там совсем другие песни играл. Я прыгал и бегал. Это вся хуйня, он понимает, он сам понимает. Почему? Это самый худший концерт. Почему? Во-первых, меня постригли басом. Я учился, когда я рубился. Убежал Илья. Ну, конечно, мне волосы намотались на гриф гитары. Потом он убежал. Все понятно, да? Во-вторых, он мне 15 раз наступил своими грендерами на ногу. Ты заебал, потому что я тебе сразу же сказал, не стой со мной рядом, пуля. В-третье, он наступил на мою примочку, и она выключилась. Я сказал, не стой со мной рядом, пуля. Особенно предпоследний. Все же было в четвертом. Парни, отлично. Ваша. Я знаю. Просто самая клевая песня. Но сегодня даже она мне не понравилась. Люк, нет. Новый коммент. Слов о прошедшем концерте. Вообще угар страшный, я сломал все свои палки. Все, не купил здесь у вас. Две пары отличных палочек сломал все, да и последний. Я думаю, что такое, думаю, что у Дениса примочка, смотрю на свою, блин, ладошка не горит. Спеши. Да, я просто ужас. Да. Чуть не ход. Thank you.